утро. Сегодня мы готовить будем запеканку. Итак, нам для рецепта понадобится творог, мука, яйца, сахар, бакпульфер, соль и яблочки. Начинаем. Творог укладываем в тарелочку. Добавляем все вместе сразу. Яйца. Все хорошо перемешиваем. Здесь не принципиально, что зачем. Добавляем сахар. Сразу бакпульфер. Немножко соли. Совсем немножко вот так. Все хорошо перемешиваем. Меня девочки попросили, чтобы я рецепт сняла вчера, но, к сожалению, у меня не получилось, потому что я свою руку поранила вчера, и мне не до рецепта. Так что, девочки, еще сниму, обязательно обещаю. Муку я просеяла, измерила, взвешила здесь 100 грамм муки. Рецепт будет внизу, в описании. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. Мне сегодня сынок помогает на кухне. Молодец. Итак, вот у нас получилось вот такое тесто творожное. Это все делается очень быстро, пару минут готово. Все, размешали. Взяли форму, смазали его сливочным маслом и перекладываем тесто в форму. Это все делается очень быстро. Так. Все хорошо разравниваем. Ну, примерно вот так. Яблочки у нас для украшения. Берем яблочки вот так, просто произвольно. Кто как хочет. Кто хочет, ложит. Кто хочет, ставит. Очень вкусная запеканка. Делается очень быстро. Ставим в духовку на 180 градусов и примерно 20 минут. Потом вам все покажу, что у меня получилось.